элита вообще? Откуда это такая машина? Ёбаный в рот. Чё какая-то элита вуфеля какого-то, блядь, непонятно. Ну это вообще отменяется нахуй. Не-не-не-не-не, это для колотых каких-то, хуй его знает. Это нахуй отбор. Ну чё, вон, сняли этот фендер сраный. Проставку одну сняли, там одна еще осталась. И вот фендера вот эти вот. Ёбаный хуй. Гонаревичи даже вон стоят, да. А вот эта классика. Комп валяется, вот это вот что. Просто жесть. Камера заднего вида. Вот это, конечно, силовое. Руль, блин. Нарыки, мумо. Датчики, блин, ты чё, блин. Ох, вот это срань, конечно. Просто капец. Если кто-нибудь сказал, лучше б не брал. Крылья в продаже. И вот здесь Sky, блин. Да. Коничева. Еще в понедельник был должен записать этот видос, но времени нет абсолютно. Докладываю. На прошлой неделе купили мы Mazda Roadster, Mazda RX-7, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Odyssey, 3 Harrier и 1 Prius по запчастям. Купили новую дверь абсолютно под покраску на Toyota Harrier, накладку спойлер на Harrier, стойки Blitz на Mazda XL, привода на Suzuki Jimny, привода на Nissan GT-R35, спойлер 326 Power, универсальный, новый. Коврики Zero на GZX100. Диски SSR Watanabe. И еще, кстати, купил очень интересный вес, такого в России нету. Но пока заказчик сказал не афишировать, как все это пройдет, обязательно подсниму. Кстати, завтра на торгах вот такие вот DMAZDA RX-7 в кузове FC кабриолет. Прошу обратить внимание на Mazda, очень дешевая растаможка. Мотор 1.3, рот. Еще будет вот такая вот желтая Mazda RX-7 в кузове FD с пробегом 69 тысяч километров. Я думаю, в пределах 2 миллионов плюс можно взять под полную пошлину, вкруг она обойдется в Владивостоке. Сегодня увидел на аукционе Tao вот такой вот Nissan Micra, он же Nissan March, кабриолет. И, кстати, можно привезти под полную пошлину. Помните, выкладывал вот этот Crown вагон? Он бы вышел бы под полную пошлину около 1 000 000 рублей. Очень дешево продался по Японии, я даже что-то не ожидал. Курс иены по-прежнему очень хороший. По ОЦБ 45, для перевода SWIFT ровно 50. Если я вам здесь в директе не ответил, то напишите в Nippon Boss. Надо что-то брать, пока очень хороший курс. Поэтому обращайтесь, и всем спасибо за внимание.